Итак, что мы имеем? Стиральную машинку LG. Проблема заключается в чем? Машинка подключена в сеть. При снятой крышке даже видим на задней панели, на задней стороне панели горит индикатор соответствующий. Но получаем вот такую ситуацию. Заключается в том, что нажимаем на кнопку включения, никаких позывов к жизни не слышим и не видим. Теперь на что обращаем внимание еще? Напоминаю, сеть включена. На чем обращаем внимание? Здесь на частотнике слышен звук. Вот сейчас он, этот звук мы имеем. Теперь мы делаем что? Выключаем из розетки. Включаем обратно и получаем вот что. Машинка ожила. Соответственно, вкл-выкл работает. Вопрос, что это такое?